Привет, Самара Гис. Я хотела бы прочесть вам свое авторское стихотворение «Неизбежен итог». Годами читаешь классиков и дворовых поэтов, но сама ты не значишься ни одним из эстетов. Для тебя красота и искусство своеобразное. Тебе кажется, что это общество грязное. Опошляют любовь до ничтожного чувства влечения, будто жизнь всего лишь глупые развлечения, но ты пишешь, ломая слог, приходя в смятение, читать это на публику не имеет значения. Что пыталась до них донести, никто не поймет. Никто не дослушает даже, а сразу уйдет. Поэты не ценятся в обществе. Поэт – идиот. Хотя, судя по поведению, наоборот. Поэзия – чистый учебник литературы и не является частью современной культуры. Мнение многих – поэзия – это тюрьма. Ничего не приносит, но люди с ней сходят с ума. Печально, конечно, что общество неисправимо, что слова всех поэтов пулею летят мимо. Для них Бродский и Блок неизвестного что-то вроде, а Есенин неплохо, Есенин же сейчас в моде. Все цитируют произведение, не читая его ни разу, пока ты отправляешь свое с надеждой не отказа. Даже если тебе совсем не нужна эта слава, ты поэт и должна отстаивать свое право. Тебя могут хвалить потом, но неизбежен итог. Однажды тебе на всех просто не хватит строк.